На станції переливання крові, як і раніше, чекають на здорових і небайдужих одеситів. Після введення загальнонаціонального карантину кількість донорів значно зменшилася, натомість потреби в крові залишились на звичайному рівні. Студенти Одеської юракадемії та Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету на власному прикладі продемонстрували важливість донорської місії, особливо в складні для міста і країни часи. До того ж, вони закликають здавати кров студентів інших одеських вишів, а також представників різноманітних організацій. Это системная работа Сергея Васильевича Кивалова по развитию медицины, по поддержке медицины. Вот, это очень важно, потому что мы сейчас формируем центр противодействия эпидемии, развиваем дополнительные коечные мощности, насыщаем это все медицинским оборудованием. Это все комплексное, целостное решение, которое действительно позволит нашему вузу при поддержке Сергея Васильевича Кивалова помочь нашему здравоохранению в такой сложный для него период. Сегодня все должны помогать. Вообще второй раз сдал кровь. Просто хочу так помогать. Сдавал летом. Да. Летом это было у нас в Марокко, а сейчас первый раз в Украине. Приглашаю все студенты приходить сдавать кровь, чтобы помогают люди, которым их нужно. Так нужно сдавать каждые 2 месяца. Это хорошо просто. Усі необхідні засоби захисту на станції є. Фахівці нагадують прості організаційні моменти, які повинен знати потенційний донор. Не должен быть простуженным, у него не должно быть никаких катаральных явлений, повышенной температуры, потому что, обращаясь к нам, у нас на входе находится пост, который измеряет температуру всем посетителям станции, в том числе и донорам. Поэтому это первое. При себе нужно иметь обязательно паспорт, быть человеком старше 18 лет. Вот. Обязательно, что еще знать, нужно завтракать. Многие люди об этом не знают, они считают, что это как для сдачи анализа, нужно приходить натощак. Нет, завтракать нужно. Единственное, мы просим завтрак, чтобы был нежирным. То есть легкий, нежирный завтрак – это обязательное условие хорошего самочувствия во время и после сдачи крови. Нагадаємо, скоро відбудеться відкриття Центру боротьби з епідеміями, протидії коронавірусу і захисту від пандемії COVID-19 на базі Національного університету Одеська юридична академія та медичної клініки Міжнародного гуманітарного університету. Необхідне обладнання вже придбане і найближчим часом буде введено в експлуатацію.